«Газпромнефть» построит солнечные электростанции на своих НПЗ. Пилотной площадкой станет Омский нефтеперерабатывающий завод. Там появится первая на объектах «Газпромнефти» солнечная электростанция мощностью 1 мегаватт. Соответствующее соглашение подписано между нефтяной компанией и предприятием «Хэвел». По плану электростанция начнет работу уже до конца этого года. Как подчеркнул заместитель генерального директора «Газпромнефти» по логистике и переработке Анатолий Чернер, реализация проекта позволит повысить энергоэффективность и экологичность предприятий.